Всем привет! Хочу сегодня дать маску для волос. Ну, я не знаю, сейчас каждому необходимо, нужен такой или нет, но эта маска волшебная. Нам нужен крахмал и нам нужен бальзам для волос, тот, который вы не очень любите. И нам нужен ковшик. Ковшик, кастрюлька, любая посудина. Ставим на огонь, берем воду. У меня 200 миллилитров. И наливаю воду вот сюда. Туда же добавлю я ложку нашего этого крахмала. И покажу, что у нас получается. Мне много не нужно, так как у меня короткие волосы. Вот у вас когда должно получаться вот такая кашица. И сюда мы добавим ложку другую нашего этого бальзама. У меня вот такой. Уже давно ею пользуюсь. Получится вот так. Теперь сюда добавляем мы. Я добавляю раз и два. Бальзам. И опять-таки помешиваем. Ну, уже можно уже газ отключить. И наносим эту кашицу на голову. Оставляем минут 20, можно даже 30. До остывания. Да. Потом медведь. А потом уже смываем голову и ходим прекрасными волосами. Ну вот. Я иду наносить. А всем пока-пока.